Наше сотрудничество с лицеем уже продолжается на протяжении, конечно, длительного времени, потому что у нас есть профильные Роснефтеклассы. Это те дети, которые в будущем планируют связать свою судьбу с нефтепереработкой, нефтехимией и с компанией Роснефть. Но кроме основных профессиональных навыков, мы еще и даем ребятам повысить свои компетенции, знания, повысить свою экологическую культуру в области экологической безопасности. Поэтому существует уже длительное время проект у нас «Школа экологического лидера», которая была организована в 2017 году, послужила началом, это год экологии, в течение которого проводилось очень много мероприятий, но они были, конечно, в основном нацелены на ребят лицейских. Вот. И уже впоследствии, когда ребята стали сами инициаторами различных мероприятий, ну, эти мероприятия стали приобретать уже городской масштаб, конечно. И сейчас уже в нашей копилке достаточно большое количество мероприятий, именно городских, которые проводятся на базе лицея. Идейными вдохновителями становятся ребята Роснефтекласса, но при нашей поддержке. Проводится очень много мероприятий как по высадке зеленых насаждений, так и по пропаганде раздельного сбора. Эта работа именно направлена на повышение экологической культуры, почему нельзя бросать батарейки, да, почему нельзя мусорить. Ну и кроме того, такие мировые проблемы обсуждаются, это проблемы загрязнения окружающей среды, откуда они происходят, как с этим можно справиться. Потому что только для того, чтобы что-то изменить, нужно об этом получить максимум знаний. Поэтому вот эту часть экологической культуры мы и привносим в работу с учащимися.